Всем привет! Мы продолжаем проходить Little Nightmare. В прошлой серии мы прошли первую главу, которая называется «Тюрьма». И сейчас у нас в Руби вторая серия, которая называется «Логово». Продолжить. У меня сейчас нету интернета, и, возможно, стимовские достижения не будут срабатывать. Или будут, не знаю, потому что я даже сейчас не могу видеть список достижений. Итак, пока ты еще, возможно, смотришь первую серию прохождения, я уже начинаю проходить вторую. Кстати, в первой главе я пропустил такие штучки, там нужно было как-то гномов вот этих ловить и обнимать. Нужно как-то там их споймать и обнять. Ну да ладно, может еще у нас это получится сделать. Смотрите, у нас есть наверх, есть вот сюда. Это что-то типа как секретная локация, так скажем, мини-секретная локация. Во-во-во, таких вот гномов нужно ловить. Видишь? Там есть дверь потайная. О! Видал? Это вот, так сказать, тайник, секрет. Не знаю, как хочешь называть. Как правильно называть. Вот это вот сейчас мы, кстати, делаем. То, о чем я... Да, блядь. То, о чем я говорил. То есть мы сейчас... Пытаемся поймать вот этого гнома-нома. Ой, спасибо. Чтобы его обнять, так сказать. А, мы здесь можем просто залезть. О. Прекрасно. Ставим лампы. А вот это, я так понял, это не чекпоинты, это больше, скажем так, тоже связано с Steam достижениями. Их нужно просто все поджечь на локации. Так сказать, собирательные или как уж называете предметы. Так же, как статуэтки. Чем это было? Ва. В общем, нам нужен, смотри, вот этот стульчик взять и поставить на вот ту нажимную пластинку, чтобы открыть двери. Убежал опять. Куда убежал? Обратно убежал отсюда, да? Можем здесь ничего протонуть? Видишь, там такой глаз огроменный. И здесь есть еще один стульчик. И двери. Но он побежал-то не сюда. А, там есть кнопка. Это нам дает, понимаешь, я не особо. Ну зачем стульчик? Куда убежал наш дом? А вот он.
Нужно бежать за ним. Вот он. Его можно теперь обнять. Вот мы обняли. Вот это мы первый раз сделали. Вот он. А мы можем его носить, слушай. То есть вам нужно вот так вот погоняться за этими гномами, пока вы не сможете его так взять, обнять. Когда он будет в безопасности. А, смотри, он теперь за мной бегает. Вот, а в первой главе, получается, мы пропустили там что-то одного, нет, двух или трех гномов. Здесь тоже вроде были гномы. Да, убежали. Опа. Мы можем задохнуться, как думаешь? Камеру так выкручивает, серьезно. Ну, дышит она бесконечно под водой. Я так понимаю, нам наверх. А вон там ключ есть. Это можно двигать. Пока не понял. Ага, понял. О, кстати, можно сделать скриншотик. Так, но куда убежали гномы? Видишь, вот это как будто потайная дверь. Это может быть тайник. Гномами. А, здесь ключ. Просто нет, значит, это по сюжету. Ладно, тогда возвращаемся. Там ключ. Мы, смотри, можем дальше пойти, правильно? Там нам ничего такого не нужно, правильно? Либо как нет. Ладно, давайте так ключ забираем. А если я на кровать брошу бутылку? А, видел? На кровать я бросил, она не разбилась. Так, но куда делись гномы? Ага, покатилась почему?
Слушай. Я думал, почему у нас зрение коребит вот так. Бумага покатилась. А мы случайно не на корабле плывем? У меня вот такая вот идея. Да, ключ. Мне почему-то кажется, что мы плывем на корабле. А ты как думаешь? Вот этим вот можно отвлечь внимание. А вот здесь вот кнопка, видишь? И вот здесь, кстати, мы можем бросить предмет в кнопку. Я видел у кого-то, у купленного или у кого, не помню точно, или у Жени. А, Женя смотрел, как и Женя проходил. И не знал, как нажать кнопку. Здесь нужно просто вроде бы как кинуть... Держите предмет, чтобы бросить предмет. Во, видишь, даже нам делают подсказку. Так, нам теперь нужно сюда так же само заставить лифт ехать вверх. Я так думаю, нам нужно просто обезьянку взять с собой сюда. Куда мы лезем? Я думаю, нам нужно просто взять эту же обезьянку. Еще раз использовать здесь. Да. Есть такое дело. О, мы можем лицо увидеть. Эта дверь не открывается, видишь? Крыса. Опять есть хочет. Точно, опять есть хочет. Так, есть вентилятор. Но я думаю, если мы пойдем в вентилятор, нам будет облык. Все верно. А, даже видишь, зажигалку пишет. Окей, плохо. Ой-ой-ой, она прям уже на колени падает, смотри. Нужно было хлеб не весь сразу есть. Он крыса висит. А, он кусок мяса есть.
Это мышеловка. Слушай, это мышеловка. У нас нет другого выхода, придется лезть в клетку. Сейчас нас поймают. Капец. И все, это какой угол подводит меня? Это, да? Давай я ему добавлю резко. Не, да? Логово. Чё себе налупится? Так, смотри, есть сюда. Есть, видишь, рычаг. Тому чуваку, походу, все равно, да, же его тащу в клетке. Его это уже как-то сильно не волнует. Так, а вот здесь, похоже, тайничок. А мы оттуда вон начали, видишь? Можем раскачаться на этой штуке, получается. Ой, да, ой, да, ой, да, раскачаться и прыгнуть. То есть после того, как мы сами до этого доперли, нам об этом говорят подсказки. А так нам так и нужно было сделать, оказывается. Я решил просто покататься на этой штуке, иначе бы мы не успели. А здесь как? А, смотри, еще вот такие свечки можно зажигать. Кадр. Опа, шарит, 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 смотри. Он меня почти схватил был. Чем я туда лезу, не знаешь? Можем тихонько пройти. Доски скреплят все равно. А?
Что это такое? Рычаг. Или он не идет? Надо не спешить. Опа! Поймали. Так, я опять здесь. Башмаки. Я не помню, зачем здесь башмаки. Мне кажется, или там есть достижение, что нужно башмаки кидать. А ну подожди. Я, короче, с башмаком упал, но это ничего не дало мне. Но там он меня чуть не поймал. Видишь, такая лестница есть. О, а там ном сидит. Видишь? Оп-оп-оп, и он убежал. А это секретная комната получается. О, вот так это выглядит, когда мы обнимаем нома вблизи. Прикольно. Типа их не тайник, видишь? Почему-то пройти не могу. Это вот здесь, да? Там, где мы пошли наверх. И нашли нома. Смотреть. Капец, здесь башмаков. Ой. Ой-ой-ой. Капец, она плывет в башмаках. О, кто гонится за мной? Кто гонится за мной? Вылезай! Тому чемодану я разве успею аж туда плыть? Офигеть. О, мышеловка не срабатывает. Веревка. Сейчас шмёточек. О, видишь, есть такая трещинка. Да туда залезть. Вау, 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 вау. Так, там вентилятор. Есть. Он пошарит, не найдет меня.
ном выбежал. Сука, поймал. Как так поймал? Я же вроде все правильно сделал. Что-то красивенько сделал. Здесь сразу понял, что нужно на эту штуку вылезти. Блять, да какого черта? Я не пойму, а что не так я делаю? А может мне не нужно спешить бежать? Может он за гномами побежит, а я должен висеть? Ну решетка откроется, мне кажется, мне нужно где-то было спрятаться. Видишь, он меня ловит. Попробую в этот раз в этой коробке спрятаться. Может здесь не спали? На решетке, видишь, не получается. Подщупаем, смотри. Сейчас ном выбегут. Но он не станет щупать эту коробку. О, смотри, смотри, смотри. Оп-оп-оп-оп. И он за ними побежу. Видишь? Теперь мы можем выходить. Аккуратно. Ешь банки консервные. А, и вот эту игрушку пользоваться. Я вижу вот здесь доска. О, видишь? Наверное, нужно толкать. Не понял. Ну. Значит, не в этом направлении. О, статуэтка. А оно, видишь, что это задний план, в каком не фокусе он был вообще? Что там делает? Кошку что-то проверяет, да? Не нужно. Обратно мне нужно, я пойму. Чего он сюда побежал? Капец кукол, да? Ай, блядь, надо обезьянку вот эту обязательно использовать. Забыл нажать кнопку. Ну,
должен успеть. Да! Нету больше никого нигде. Точно нет. Демонал, погнали. Я не хочу. Где-то ногти делает или что, или мне кажется. Это пилочка и по ногтям работает. Здесь, мне кажется, можно стульчик отодвинуть. Не? Как будто это не сейчас, да? Почему нельзя? Уходи, 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 уходи. А, когда часы бьют. Ой, блядь. Блядь, бери башмак. Нормально, нормально, кидай. Бери, блядь, бери, куда? Он дверь. Уходи быстрее, блядь. Да я лезу. Зачем я лезу на эту книгу? Опа, Номик побежал. Куда? За ним. Есть у него тайничок. Возможно, его типа нужно спугнуть. Он побежит в следующее место, где он должен прятаться. Так, ага, я, наверное, по полкам смогу лезть. Прикольно, я по всем книгам могу лазить. Опа! А я не нажал на клавишку, да? Я почему-то глазик был, как будто я, знаешь, что-то сделал. О, шубец.
просто стоп как. Куда ж убежал этот гномик? Я не думаю, что на ту полку. Да ты сиганула! Капец. А, вот, кстати, где он спрятался, этот гномик. Вот, нам просто его нужно обнять и все. А, прикольно. Иногда это просто вот так вот, да. Просто-просто. Я здесь уже раза два умер, потому что тоже прыгал, падал. Ой, блядь, не до... Прыг. Так, пьяно идет ко мне и прыжок. Отлично. И ждем, пока пьяно подойдет. И опа. Ну, видишь, не зря мы упали. Так бы мы этого автогнома уже пропустили. О, такого у нас не было. Там нужно ручку крутить. Пойди. Где ручка? Вот так. Я вижу свечку. Он сейчас, блядь. Так, свечечка есть. Упал, я упал, я упал. А, поймает же, дурачок. Я свечку поджигаю, уйди. Так, попробую. А шарит, 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 поймает, сука, руки длинные. Пытаюсь поджечь спичку, свечку. Я поджег, убегай. Убегай, убегай, малая. Беги. Нам нужно спрятаться от этого ушлепанца. Капец, там я на ниточке ушел от него. Есть. Смотри, как здесь, сука. Его крутит прям, смотри, блядь. Смотри, только я ухожу с комнаты, ему эта комната больше не интересна. Смотри, как он. Сука, поймал, ты прикинь. Так, ну я опять здесь бегаю от него. Я так понимаю, мне нужна вот эта дверь. А, вон по стопке книг. Я не увидел тогда. То есть сюда он не должен зайти. Ручку я вижу. Стоп, я помню, у кого-то видел. Нужно телек включить ему. Это чтобы двери он открыл, а я смог ручку вынести. Просто. Иду на карачках.
водички я зажжу. Я, в принципе, на обратном пути мог поджечь вот эту свечку себе спокойненько. Так, ну я буду гуськом идти. Ты как хочешь, но я буду красться потихонечку. О, мы близко уже у цели. Несем себе спокойно ручечку. Никуда не спешим. Здесь на коврике мы можем спокойненько уже бежать. Здесь ты до сих пор не понял, то на ковриках она ходит тихо и нас не слышат. Потому что я как-то тебе об этом не сказал. Но я подумал, ты и так об этом все понял прекрасно. Только допрыгни, пожалуйста. Только не спеши. Спеши, не спеши, не спеши. Сука! Сука, не дотянешься! Я надеюсь, там на той полке уж ничего нету. Ну-ка, смотри внимательно. Статуэток не видно? Не видно. Все, нахер, спаливай. А, свечка, 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 вижу. Все, отличненько. Опа, ни хрена, ошпарилась. Опа, телега. Телега, 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 походу, жука. Я могу вот так вот. Опа, сейчас на телеге прокатимся. Погнали. Не, надо подтолкнуть немножко. Вон, разгон, 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 разгон. И опа, блядь, нифига. А мне нужно ее просто поставить на пах. Я думал, прокачусь на телеге. Можем телегу, кстати, для чего, не знаю, но можем забрать аж вот сюда, до вот этого вот упора. А я, кажется, знаю, зачем. Чтобы допрыгнуть до ручечки. Так вот, кавабанга ниндзя. У меня так кошка-стрелка двери открывает в хату. Ну, не так, но тоже прыгает на ручку. А, там дверь со ступеньки. Ну, почему я дверь не могу закрыть? Блин, там мы были на заводе тапочек. Почему мы себе тапочки не выбрали? Все, обратно. Просто если достижение не чпонькнут, я не факт, что пойму, что мы, например, закончили логово, да? Но подожди. Короче, следующая глава должна быть кухня. Я думаю, мы поймем, когда это будет кухня. А возможно, даже там сработает достижение каким-то образом. О, папа, попали сразу. Вдруг откуда ни возьмись, появился. Вот, а тут смотри, когда мы здесь пробегали, я не заметил фонарь. Хорошо, это достижение озарения, я так понимаю, называется. А он на крыс. Реагировал. Шарит, шарит, шарит. Это стрём. Что, ему пальцы зажигалкой прижечь? Нужно вовремя проползти, когда он шарит этой рукой вверху. Это еще стремнее.
толпа будет гнаться за мной. Так, быстренько смотрю по сторонам. Смотрю. Ой, что-то здесь помню, Женя здесь долго не мог пройти. Ой-ой-ой, не помню, что там нужно делать. А, мы стартуем отсюда. А, вот здесь нужно на клетку залезть. Там, а, вон там есть щиток. Блин, что-то здесь связано с электричеством. Убегать просто нужно. Второе время. Пока он шарит рукой, он, наверное, сам что-то зацепит рукой, то, что не нужно. Наверное, не помню. Как посматривать. Он опять лучше шарить. Он люк должен рукой схватить. Вроде бы как. Или вот здесь он должен схватить. Не пойму. Нет, здесь нет. Давай. Так, я пока не понимаю, что мне это сделать. Не помню, блядь, не помню, что нужно сделать. Вот здесь есть такой... Как щит? Как ты он меня в воздухе поймал? Как он понял, куда я уполетел? Читерю. Подожди, вот этот ящик случайно нельзя передвинуть? Куда ты ему в руки опять лезешь? Так, подожди, я не пойму. Пока я не пойму, либо мне нужно какое-то время побегать, повыживать, пока вот эта клетка не лопнет. Буду пока здесь просто пытаться выжить. Здесь непонятно. Здесь вижу, как вышли, это люк. Как будто он не вышел. Либо он должен клетку попробовать схватить. Вот видишь, он одной рукой шарит клетку. Вот так, опа, и все. Я не понимаю. Короче, пока мы остановились на том, что вот здесь вот есть крышка. Блять, мне ловит просто здесь первым делом. Там есть крышка, вот ее вроде как можно дернуть или открыть. Короче, пока не пойму, есть такой вариант. Но нужно клетку мне попробовать потянуть. Так, клетку. Так, а сейчас вот эта вот палка тоже что-то мне, блядь. Так, ну первое мы поняли, что это клетка. Потом вылетает палка. А чё я так долго не мог сломать её? И именно когда уже рука меня схватила, блядь, она сломалась. Я должен вот эту вот палочку тоже взять.
Палку я сломал. Дальше я не могу понять, что мне нужно дальше. Ну, блядь. А, я понял. Там вон есть еще одна душка. Видишь, еще можно выломать с одной стороны. Я понял, как. Все, отрубила ему руки. Наконец-то, мразь. Колбаски, смотри, лежат какие. А? Смотри. Рука шевелится, блядь. Мне показалось. Хваталки его, а? Все, не будет чем хватать. Я так понимаю, это, наверное, конец главы логова. Мне так кажется. Даже катсценка пошла. Видишь, у меня интернета нету, и, скорее всего, достижение не срабатывает. Но мне так кажется, что то логово закончилось. Все. Все правильно, дальше это идет уже глава кухня. То есть на боссе монстр, длиннорукий монстр, это был конец главы логова. Дальше начинается кухня. Если бы у меня был бы интернет, у меня сейчас бы было бы достижение, связанное по прохождению логова. Все, ребяточки, тогда на этом на сегодня будем заканчивать серию. Всем спасибо за просмотр. Ссылочка на плейлист находится в описании под видео. Ставьте лайк, пишите комментарии. И всем пока.